Модель Track Hunter. Упакована в индивидуальную упаковку из гофрокартона. Имеет транспортировочную упаковочную бумагу. Каждая модель снабжена внутренним усилителем из бумаги для сохранения формы ботинка. И также уже зашнуровано, что очень хорошо для продаж в магазинах для продавцов. Модель представлена в трех цветовых решениях. Зеленый, черный и коричневый. Размерный ряд мужской модели 40 по 45 размер. Модель выполнена из гидрофобной кожи. Подошва термоэластопласт с глубоким протектором. Исходя из названия модели, Hunter говорит о том, что эта модель разработана специально для прогулок по лесу. Она имеет увеличенную высоту, широкий мягкий кант. Если внимательно рассмотреть конструкцию данного ботинка, то мы сразу замечаем цельнокроенную союзку. Соответственно, минимум швов говорит о том, что тут не будет протечек, потому что основные протечки всегда происходят в районе шва. Плюс используется гидрофобная натуральная кожа. Что такое гидрофобная кожа? Это специальная пропитка, которая позволяет, вернее, не позволяет воде попадать внутрь, а сама нога всегда будет дышать в данной обуви, потому что воздух выходит наружу. Плюс использована высококачественная фурнитура металлическая с антикоррозийным покрытием. И конструкция язычка имеет глухой клапан, и сюда ни вода, ни грязь никогда не попадет. А сейчас мы вам продемонстрируем свойства гидрофобной кожи. Берем наш ботинок, берем стаканчик, поливаем. Более того, можно прямо окунуть ее внутрь. И видим, что вода скатывается, внутрь не попадает. Модель Track Hunter создана специально для лесных прогулок, для легкого трекинга и вполне себе может использоваться туристами, охотниками и рыболовами как специализированная обувь.